Дежурную часть Лесногородского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратился местный житель с заявлением о том, что из торгового зала магазина неизвестные похитили продукты питания. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. Сотрудники полиции по подозрению в совершении этого преступления установили и задержали двух местных жителей 25 и 28 лет. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.